Двигатель 3.2 бензиновый, 260 лошадиных сил. Автоматическая коробка передач. Полный привод. Машина 2008 года выпуска. Панель приборов ночью. Замена зимней резины. Первый раз в жизни рулю 18-ми. Машина стала жестче, в салоне шумнее. Давление 2-3. Фотки салона. Решил, что еще немного хрома машинки не повредит, и заказал на Ихист металлические обтекатели зеркал. Теперь машинка стала еще немного больше похожа на TI-версию. Клюв приехал. Чистка подкапотного пространства. Посылка из Японии. Посылка пришла, а в ней воздушный фильтр нулевик BMC, салонный фильтр Activa, топливный фильтр, эмблема Alfa на багажник, заглушка клевер на колеса, взял одну примерить, боковые наладки на крылья у дрифобля Verdi 00505185188467, колпачки на не пели слова, цепочка с кулончиком в виде клевера. Недавно я обозначил проблему, что перестали подниматься стекла с блока управления водительской двери. У Aerosler завалялся рабочий блок, и он любезно предложил поставить его мне. Сказано, сделано. Приезжаю. Алексей умелыми руками за минуту снимает обшивку двери, ставит новый блок, все работает. Ставит мой старый блок, все работает. Решаем собирать машину и катать дальше до обнаружения ошибки. Мне очень понравилось, как ведет себя зимний микролин. Тихий, устойчивый. Поэтому решил купить его же. Типоразмер 235-45R18V98. Модель Pilot Alpine PA4.